Дорогие мусульмане, что лучше читать в двух ракатах, которые мы делаем перед утренним намазом, сунна намазах? Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, ниама суратани хума, очень хорошие две сураты, это говорит, которые читаются в утренний намаз. Это «Куль хуваллаху ахад» и «Куль я айюхал кафирун». Это два сура. Является суннатом читать в двух ракатах перед утренним намазом. За это, братья, в прошлом хадисе мы рассказали, это два раката лучше, чем это дунья и все, что на дунья есть. Это два раката очень короткие, там не надо читать сурату Аль-Бакара, Аль-Имран. Хватает там прочитать «Куль я айюхал кафирин» и «Куль хуваллаху ахад». И вы получите такое вознаграждение. Если это пропускаете, посмотрите, вы что лишитесь. Если даже в этом дуне у нас 10 тысяч рублей или миллион рублей украли, так это нам больно становится. А эти два раката больше, чем эта дуня, не только это миллион или миллиард рублей. Не пропускайте два раката перед утренним намазом.